Центр избирком принял документы еще одного претендента в кандидаты Нурлана Уизбаева. Его выдвинула общенациональная социал-демократическая партия. Нурлану Уизбаеву 65 лет. Он уроженец юга Казахстана, юрист и экономист по специальности. В активной публичной деятельности ранее не участвовал. Он уверен, что соберет положенные по закону 118 тысяч подписей. Хорошие голоса наберем. Наш народ поддерживает. Наша общая национальная социал-демократическая партия, наш принцип – это идеология социал-демократических принципов. Это первое. Второе. Мы борьба с коррупцией. Борьба коррупции и олигархатом. Второе. Основной принцип. И, естественно, за социальной справедливости. Социальной справедливости и в политике, и в экономике.